тысячи северян и гости из десятков других регионов дождались. На берегу Баренцева моря гремит фестиваль «Териберг». Из развлечений – сувенирная ярмарка, бои на мечах, мастер-классы и насыщенная концертная программа. Я слышу, ночью бубны бьют, скороговорки не верну. Богов тот мир, где их давно не ждут. Многие на фестиваль приезжают в первую очередь ради вкусной еды. И их можно понять, в этом году блюда сюда привезли больше 30 ресторанов. Не, надо так. За два дня фестиваля на фудкорте продали 27 тысяч порций блюд. Многие приготовлены опытными поварами из Умбы. Аромат мяса привлек и нас. Привезли много хорошей выпечки, поморские калитки. В меню у нас молодая оленинка, шашлык из оленины, люля-кебаб из оленины, шурпа из оленины. А еще рагу, тоже из оленины и свежих овощей, в дуэте с ароматнейшим белым хлебом. Давайте попробуем, нам столько всего приятного сказали про это блюдо. Я, конечно, не сомневаюсь, что это очень вкусно. Давайте убедимся. Рагу божественное. Фудтрак из Заполярного приезжает на фестиваль каждый год. Сюда гости тянутся за котлетами из мраморной говядины, пряным бульоном и курниками. Это классная тусовка, мы собираемся здесь уже как большая классная команда. То есть мы, просто мы ждем этого дня в Териберге, потому что это самый значимый фестиваль, на самом деле, в Мурманской области, по крайней мере для нас. Попытаем удачу. Туристский информационный центр подготовил для гостей беспроигрышный интерактив. Выиграть можно как ночь в лучшем отеле, так и памятный приз. Посмотрим на моей стороне удачи сегодня. Чипсы из Ягеля. Это вкусняшка, кстати. Спасибо большое. Нам нравится здесь атмосфера, нам нравятся здесь люди, нам нравится здесь кухня, нам просто нравится здесь. Вам здесь не нравится? Супер, все классно. Мы смотрим всякие путешествия, видеоблогеров, и нас интересовало очень здорово. Здорово вообще весело, людей много просто, как на нашествии. А завершают бурный фестивальный день туристы обычно рядом с костром у палаток на песчаном пляже под отголоски музыки с главной сцены. Евгения Гричуха, Даниил Скуратов, Александр Полистовский, ТВ 21+.